У меня было впечатление, что вы что-то затевали со всеми женщинами, кроме меня. Не со всеми. Вы меня смущали. Вы на меня так строго смотрели, с такой суровостью. Суровостью? Неужели? Да-да, поверьте, я чувствовал себя осужденным. Все как раз наоборот. Вы меня поразили. Верно, поразили. Я думала, что все смогут прочесть это по моему лицу. Вот я и приняла такой вид. И вам пришлось поневоле ненавидеть меня. Неправда. Я вас никогда не ненавидел. Я не понимал, почему вы держались от меня на таком расстоянии после того, как поцеловали. В театре все целуют друг друга. Но только не в губы. Я вас поцеловала в губы? Да. С вами вечер генеральной репетиции, когда занавес закрылся. Нет, ну что вы? Вы меня поцеловали в губы. Сюда. А вы не станете мне говорить, что во мне живут две женщины? Именно. На вас живут две женщины. Одна замужняя, которая больше не любит своего мужа. Нет, нет, не пытайтесь угадать. Вам этого не понять. Не забудьте грим. Нет, спасибо. Не стоит. Я оставлю своему преемнику. Там, куда я еду, грим не нужен. Там не гримируются, но иногда переодеваются. Извините.